на центроцехе. Смотрите, братцы, кто нас догнал. Смотрите, какие люди. Да. Холодно? Это что тут за такой красивый скамейка приехал? Вай, какой аппарат! Знакомьтесь, ну, многие знают, это Игорь. Привет, ты что, меня догнал, что ли? Да, догнал. Вычислил яйца? Краснодар 23. Сейчас пойду, когда буду жидкость начну заливать. А ты куда? Откуда, куда, зачем? Из Самары на Питер. Так нам по дороге? Ну да. О, убежала. Убежала. Уже еще канистры будешь забивать? Не, там канистр хватает. Понятно. Ну я-то только на этом, на кино, в кино видел. Аппарат. Мне вот это интересует. То есть туда под низ бачок. Его ж пробить там 3 секунды. Ну да. Пластмассу эту. Под низом. На Якутию съездить и все, и там его уже не будет. Не знаю, почему такое решение. Это же. Ну но для Европы это нормально. Это уже у всех. Вон и Эмотрансавто пришли тоже новые. Все такие же, все да? Такие же, да. А так, в принципе, наверное, ничем не отличается. База такая же. Такая же длинная, да? Да. Огонь аппарат. Чистенькие, не то что мы чумазы. Да, подожди, сейчас рабочий не придет. Только-только с мойки. Московскую область пройдешь и все. 3 секунды, да, я вот думаю, свою мыть, не мыть. Сейчас на сервис же будем загонять. Да. Бочком идет. Бочком? Ну, потому что задняя, оно видно, задняя ось, она вывернута. Ну, передняя ось, вернее, первая ось. Цыгачевская. Ой, прицепа, вернее. Понятно. Так что ты нам компанию составишь? Да, конечно. О, сейчас нам будет весело ехать. До Москвы. Да. Хорошо. Сейчас тогда заправимся. Потом мы в Пензу приедем. Миша-то обзор делал. Ну и мне можно будет залезть? Конечно. Спасибо. А ты... Миша лазил. Миша лазил. Может, ты мне разрешат? Меня выгнал, да? На пассажирское сиденье. Я за рулем посижу. Вот какой, понял. Так. Ладно, разговоры разговорами. Заправку никто не отменял. Дизелитор не влез, как раз. Что-то генерация как-то глуховато. Да? А у меня, может, европейка стоит? Европейка, но стоит. Пока в России переключить свою. Сейчас переключу. Так, кадовые жидкости залили, теперь осталось только забраться. И можно ехать. Вот, теперь нам будет весело ехать. По пути до Москвы. Ух ты! Обновили. Обновили. Воровайка прилетела. Ё-моё, а сколько у тебя пробег? На следующем повороте резко поверните налево. Ладно, мы потом поговорим. По машине. Ребят, доброе утро. Дайте обстановку на Пензу, пожалуйста. Доедем до Пензы. Там пока Михаил Владимирович будет. Спасибо большое, приятно. Добираться до нас, будем его ждать, тогда мы пойдем полностью. Понюхаем, пощупаем, погладим, потрогаем новую Сканию 450S.
хорошо. Ехали. И в кого-то уперлись. Это еще пока Ульяновская у нас. Николаевка какая-то тут. Ну, большая Николаевка. Поселок. Это не тот, кто не хотел ехать, съехал. Нет. Там, где можно 60, мы вообще 50 едем. Дождик у нас продолжается. Плюс 2. Пока как-то не хочет погода налаживаться, теплеть. Хотя обещают через пару денечков уже чуть ли не плюс 20. Но пока сверится очень слабо. Павловка, Вольск. Да, прямая дорога туда, на Саратов. Но ездить, говорят, туда не рекомендуется. Ну, во-первых, там знаки ограничения висят. И плюс ездить туда нельзя. Так вот, видите, тут красавчик стоит. Мы ценим мир. Ульяновская у нас на Роснефти 47.19. Пенза 150. 2 часа. Корёк сзади. На своей почти нульцевой красавице. Быстрее 80 нельзя разгоняться с горки Самарскому. Мостик, Никс Гуд. Понял? Парняга местный, все знает. С пошла навстречу. Уже эсок много-много. Все, когда мы свою брали, так в эксклюзивном практически варианте были. А сейчас уже S-серии очень много на России, в России. А, ты сворачиваешь Самара, да? Ну давай, езжай, справляйся. Ну, от нефти даже дорога. А, нет. 46.80, видите. Еще дешевле от нефти. Снега вообще нету. Ульянов. Я и сюда ехал, его уже тут не было, в Ульяновской области. Ну, выезжать туда, в это поле, даже на хорошем тракторе, наверное, пока не рекомендуется. Утонешь сразу же. Пока земля такая там раскисшая. Наш состав вон впереди. Сейчас догоним. О, сказала Маша. Нифига себе, смотри, сколько у него колес. Раз, два, три, четыре. Восемь осей. По четыре колеса на каждой. Но это еще, конечно, не максимально. 32 колеса только на прицепе. Обалдеть. С ума сойти. Но мы почти в Пензе. Совсем чуть-чуть нам осталось. Еще немножко. И мы прибудем на
петушка. А там уже и Михаил Владимирович подтянутся. Осень желтомордая, спел бы в ноябре, а здесь вообще, дождь вообще не прекращается, только усиливается, катастрофа. Понурые едут, такие хмурые, грустные. Надо, кстати, уточнить, так что мы будем делать с мойкой. Мыть, не мыть, просто смысла я что-то не вижу. Что-то помочь по такой погоде. Он опять приедет, черный прицеп. Может, там на сервисе прямо моют. Или его и так посмотрят, без мытья. Там-то что, там только ось посмотреть. Короче, не вем пока, пани и панове. Будем мыться, не будем. Тягач-то смысла нету точно мыть, потому что мы на ТО будем заезжать тут. Плюс-минус, как бы 3000 до ТО. Меня уже рисует 100 километров до ТО. Уже, наверное, даже... Сейчас будет и все. То есть, ну, Scania, вот Scania Flip, или как эта система называется, у нас отслеживает. Они говорят, что нам на 7 362 тысячи загонять. Ой, 372. И сейчас 369. Мне компьютер рисует, что как бы все. Ну, по идее, это, ну, так примерно и получится. Сейчас до Москвы дотащим. Выгрузимся, пока там туда-сюда, и погонит Михаил Владимирович ТО делать. Поехали, братан, горка впереди. Ну, давай, чуть-чуть газку подкидывай. Хочет. Сейчас, наверное, направо будет уходить. О, точно. Чуйка. Чемодановка. Все за чемодановкой. Сейчас тут раз-раз и все. И Пенза на горизонте. Броневичок такой, интересно, смотрите. Дама с рулем, ого. Серьезная такая. Вот и Пенза, только пока еще на синем фоне. Нету здесь 60, Дарья Батькова. Панове. Вообще, сейчас могу с Пензы уже все, на спальник. В невменяемом состоянии провалиться. Я свое отработал. Шутка не удалась, правда? Тракс.
уезжаем. Так, это нам надо место найти, так припарковаться, чтобы мы могли вдвоем стать рядышком. На две машинки была дырочка. Тут на петушке это, конечно, может быть и проблематично сделать. Внимание, въезд в город Пензу запрещен. Ого! С 7 до 8. С 7 утра до 8 вечера. Нифига себе. Как они? Жестко. Может быть, вот здесь будут места, чтобы вдвоем стать. Одно. Изменение маршрута. Одно. Здесь, наверное, два. Одно. Два места где-таки найти сложно. Ну да. Суббота, утро. Ну работать все должны, никто не едет никуда. Ну если два не найдем рядышком, что, будем становиться по отдельности. Боковых отбойников нет. И фары не ледовские. Хоп. Желаем установки. Вот панель уже другая. В смысле другая? Ну у нас вот такой нету. Нету? Нет. У нас здесь идет такая полностью вся. Столик есть, да? Столик и это есть. Вообще огонь. А прикинь, на эрках нету столика. На эрках нет, я знаю, что нет. Холодильники такие же. Этот один холодильник. Выдвигается? Нет, не выдвигается. Не выдвигается, только поднимается, да? Только поднимается. Ну, верхний спальник ничем не отличается, я думаю. Вот еще шкафчики, видишь? У вас таких нет. Таких нет, у нас вот такие есть. Ну, такие здесь. А это все тут как и есть. Так, в принципе, все. Да. Точно такое вот же. Два бегунка. Ага. Моторный тормоз, ретардер. И раз, два, три, четыре, пять. Ну понятно, видишь, хорошо, вот это. Уже как бы они модернизируют. Ну да, 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 да. Вот. Уже получше, как бы. Угу. Вот. А панель такая же 3D, да? 3D, да, такая же панель. Все то же самое, даже. Руль такой же, как у вас, вон, видишь? Кожа, рожа, да, все дела. Кожа, рожа, да.
Да, панель 3D. А этот? Что? Сиденье. А, сиденье обычное. Сиденье обычное. Еще бы как на магнуме крутилось бы. Ах, ну так, у нас тоже не крутится. Я знаю, что у вас не крутится. А, да. Таха уже новая какая-то у вас, по-моему, этот. Ну, у нас европейский таха просто, ну, чаша с КЗИшной. Нет, европейский. Тоже европейский? Да. И карточка европейская? Да. Ага. Все как положено. И лицензия есть, все. Ты карточка и лицензионная? Лицензию только делай. Ты только никому не говори. Мы никому не говорите. Понятно. Меня уже написали на 3000 за эту карточку. Да? Делается карта, да. Лицензия делается. Ну, лицензионка это. Угу. Зелененькая такая. Да-да-да, маленькая. Да как раз после этого ДТП. Ну что, с виновника ничего не возьмешь, даже не напишешь. Угу. Взяли, написали на дорожников, написали на меня. Все понятно. Мне за карту мап дорожников, за то, что знаки не выставили там. Ну, у них там вообще... А этого нету управления пульта, да? Нет, пульта нету, тут же самарка стоит. А, у тебя самарка, ну, стоит. Зарядка для телефона уже здесь. Нет, ну там тоже, да. А у тебя этой мокрой нету, да, получается? Мокрой нету. Нету мокрой. Два розетка. А, ну, то же самое. Вот это, черт его знает, что это такое. Вот это вот, не пойму. Ничего. Я тоже не знаю и знать не хочу. Нет, так все остальное как есть. Да, все точно так, вот только вот немножко панель по-другому. А там резиночку. На ярках резинки вот здесь нету. Вот, здесь уже резиночку положили. Дубовая. Жестковатая. Дубовая. У нас мягкая. Скрипеть, да, потом Миша начнет. Говорил, скрипеть потом начнет. Вот. А это сколько пробег? Ой, уже 11500. Короче, 11500 уже. А я говорил, что 30 тысяч, да вообще набью, 11 тысяч всего. Ни о чем можно сказать. Ну да. Нульс, нульс, полный нульс. Нульс. Так, что... люк не электро. Не, не, да? Электро. Ручной. Угу. Ну, может быть, оно и хорошо. Может быть, попроще. Я зимой открыл один раз, там льдинки завалились. И все, и он назад плотно не прикрылся. И я еду, у меня ветер этот шумит. Я раза два останавливался, там вот так все полностью вычищал. Но потом вроде закрыл его нормально. Ну да, да. Понятно. Ну все, ждем нашего водителя. Сейчас приедет. Сразу в бой его. Посадим или нет? И дать ему адаптироваться для кабины. Резко жесткое вливание. Нельзя, да? Резко жесткое вливание, только так. Ладно, поберегем. Тогда будем ждать. Турист приехал. Чемодан не доверяет. Чемодан не доверяет, сам несет, видишь? Да, я тебе чемодан не дам, сам потащу. Раз не дашь, сам и грузи тогда. Держи. Руссо-турист, облику Мурали. Да. Ну все, я на спальник, да, получается? Как хочешь. Чего? Кожа, рожа. Ну, почти, да. На коже? Она ж вентилируется. Здорово. Ну, здорово. А ты кто? Что, поедем работать? Поедем работать. Ну или опять постоим. Не-не, сейчас поедем. Кто-то работать, кто-то отдыхать. Я за таксиста спрашивал, говорит, пензе вчера здесь солнышко было. Ну. Вроде да. Только пошел дождь, вчера вообще. А у нас, знаешь, что было вчера? Что? У нас опять снегу навалило. Что, серьезно, что ли? Заратный. С градом. С дождем. Я вчера. Короче, все в перемешку. Я вчера сходил, но мне до магазина надо было, ну, метров, ну, 300 сходить. Вот я сходил туда обратно. Я пришел насквозь мокрый. А. Вообще, такой светоп,
Такая классная осень была, сухо, солнечно, все в Саратове. Сейчас такая весна. Такая поганая весна. Уже абрикосы должны зацветать. Пока Пасха не пройдет, ничего не будет. Тетя, аккуратнее. Идешь, руками машешь. О, он уже уехал, что ли? Нет, он стоит. А его заставили, что ли? Где он стоит? Вот он стоит. А, нет. Где он стоит? Уже уехал. Ну, значит, поехал. О, Михаил Владимирович, за руль не садится. Привет, привет. Не буду я работать, говорит. Как не буду? Буду. Будешь? Ну рассказывай, как ты дома там кайфанул? Месяц. Месяц сурка называется. Спал, что ли? Да. А что, погоды нет, никуда толком не сходишь. Вот такая вот, вот весь месяц вот такая вот канитель. Еще и весь апрель такая канитель будет. Хотя вроде я тут что-то с понедельника тут. Да, тут потепление как бы с завтрашнего дня даже. Ну, уже тут чуть ли не под двадцатку. Где наш рыжий мопед? Рыжий мопед. Где наш Игорь друг? Уехал? Сейчас где-нибудь он не там дождался. На морозе будет стоять. Не дождался нас. Поехал шашлыки заказывать. Поехал. Ё-моё. Брат таджик стал. И все. И убежал. А вы едете как хотите, называется. На следующем повороте поверните направо, затем на следующем повороте. Все хорошо, но выезд, конечно, тут, блин, бабочку эту рисовать. На следующем не без этого. Я вижу тебя, моргаешь ты так. Девушка за рулем, ей страшно. Так а где рыжий мопед? Куда он делся? Не знаю, куда тут ехать. Не дадут выехать. Газель поворачивает. Поехали. Что-то я не пойму. Подожди, где-нибудь сейчас поедем. Игорь, Телка, а ты где? Через 50 метров держитесь правее. Исчез. Ну, говорит, поехали мясо кушать, и все, и нет. Куда исчез-то? Где-то там сейчас на выезде подождет. Думаешь? Да, скорее всего. Надоел я им. Вот он стоит, наверное, туда на выезд. Где? Вон туда на выезд. А там нельзя. Игорь, Игорь, принимаешь? Звони ему, вон он стоит на выезд. Вон он, видишь, вот. Да, да. Ну, а выезжать-то здесь нельзя, не? Дядька. Шурик, балбес. Алло. Мы-то уже поехали, ты что там стоишь? Там нету выезда. Там выезд-то в другой стороне, да? И здесь через развязку разворачиваешься. Давай сейчас. Мы там, за Пензой подождем. За Пензой подождем, короче, догоняй. Ну или сейчас тут на выезде подождем. Давай.
Ну, тебе назад, в обратную сторону, он там через магазины, через ларьки. Да. И сюда на развязку, и через развязку разворачиваешься. Да. Там потому что поворота налево нету, где там, где ты стоишь. Мы тебя видели. Не. Назад, через магазины, через этот самый. Давай. Сейчас мы его здесь подождем. Mm-hmm. Если мы тут потом выедем. Ага. Давай. А мы тут выедем потом, не выедем, наверное. Поехали там, мы его подождем на выезде. Поехали. Что здесь выезд перегородим. Въезд, вернее. Можно просто на стоянку на эту заехать и не выехать. И не выехать, да. Там будет все закрыто. 100%. Наверное, не часто на петушка заезжает. Он просто не знал. Думал, что там можно налево и выехать. Давай вот здесь подождем. Вон он выезжает. Пытается. Да-да. Все, пошел на разворот. Да что за чудо техники? Это КамАЗ, что ли? Точно. Нефтяники. Газпром. Газпром. Где твоя погода? Ты обещал, что погода будет. Не знаю. В Рязани солнышко. В Рязани. До Рязани еще пешком до Луны. Наладится. Да. В Мордовии. Вы слышали? Он сказал, что в Мордовии наладится. Еще сотка километров в Мордовии. Вот. Заедем в Мордовию, мы посмотрим, наладится или нет. Хорошая Ванга или так себе. Смотрите, соврал. Говорил от этой. От Мордовии. А мы где? Вон, а у нас он еще до Мордовии погода уже, вон видишь. Планует, налаживает. Да, уже дождик практически закончился. И там, походу, небо совсем чистое-чистое. Ясное-ясное. Там весна, здесь осень. Все, наконец-то. Запахнет весной. Смотрите, Ванга прямо это, саратовская, едет рядом. Блин, какая погода? Плюс 8 на улице. Солнце светит. Почти не мулочка. Тебе Мордовия. Да. Люблю свои слова обратно. Что тут торгуют? Нынче у нас огурчики, не замерзайка. Еще пока. Сало, мед, конина. И тыквенный сок. Вот банки с тыквенным соком стоят. Помнишь, они тыкву здесь все время продавали? Тыквы не продали с них сок? Тыквы не продали, сок наделали. Вот, смотри. Что, вкусные? Нет, это мед. А вот. А вот это вот тыквенный сок стоит. Откуда я знаю? Не пробовал никогда? Нет. Я не люблю тыкву. Не, это каша с тыквы, так ничего, вкусная такая, если хорошо приготовить. Корзинки продавать надо, прилины отсюда. За
Здравствуй, Мордовия. 1:30, дело близится к обеду. Поедем мясо. Пушится. Каргал, Нижний. А высылка тоже подает? Да. Большая такой каталог вещей. Конечно, да. Умельцы там. То ли, по-моему, нарды, то ли 2, то ли 3 рубля, вот я точно не помню. У меня вот дома жена мне подарила лет, не знаю, сколько назад. Лет 6 или 7. Нарды умеешь играть? Я хорошо играю. Я тоже хорошо играю в нарды. Почему у нас нет нарды машины? Вот, не знаю, у меня нарды дома. Мне жена заказывала через моих друзей где-то с какой-то зоны, как-то на день водителя мне подарок подарила. Нарды. С кем ты, с котом нарды играешь? Не, иногда с женой играю. Тоже умеет? Ну так, плохо, но умеет. Кубики. Кубики умеет. Больше чем. А фишки я сам переставлю. За нее. Поэтому она и плохо играет. Естественно. Говорит, кто победил? Я. Почему? Потому что она играть не умеет. Я же за нее хожу. Вопросов больше нет. Не, у меня... товарищ был. Вот. Мы всегда семьями собирались, играли все время с Серегой. А тут они переехали, они еще в Нижнем Новгороде живут. Взял нарды, поехал в Нижний Новгород. Вечерком приехал, пару партий их забил и назад. Да. Ну вот, короче, больше пока не с кем играть. Понятно. Так у меня хорошие тоже нарды, думаю, ручной работы. Не, у меня были обычные. Где-то там, где-то еще у отца, где-то, наверное, может, дома и валяются. Я тоже умел. Сейчас пластик купим. Делать больше нечего. Следующий ИК купим уже такие, ручной работы. Я последний раз 19 лет назад в ИК грузился, так что через 19 лет. Автобус, наверное, каким-то образом обходить. Может, он прибавит сейчас? А, не, сейчас. Только можно уже обходить. Под финдер. Да, он же, ты же видишь, что ты ищешь. Пока этот будет УАЗик думать. Думу. Он же пошел. Идет за нами? Не пошел. Блин, ну... Ну он же, я видел, он пошел на обгон. Миша, крикнешь, как нужно будет, хорошо? Нет, я ж видел, что ты пошел. Даже не стал кричать. Собрался, потом смотрю, ты пошел. А ну что-то ты испугался. Немного, да. Ну, думаю, что ты за рулем. Ну да. Ты же сказал, что я работать буду. Миша еще пока отказывается руль крутить. Подожди, подожди, я скажу.
Лейка пройдет, за ней маленькая, и можно, ты пустой успеешь. Не пустой, 8 тонн, но... Давай, давай, работай, работай. Успел? Да он денется, конечно, успеет. Такого я еще не видел. Стрелка отличился. Молодец. Видел, Игорь, что у вашего было на ворот сзади написано. Наверное, не видел. Да, видел там ваш стоял, там самый крайний, что у него сзади на воротах написано. Видел, видел. Да, не пищу с твоим вора, парнишка. С юмором? Ну, пацан. Я же говорю. Я много чего читал сзади на воротах. Там, ну, там, кто обгоняет справа, те не той ориентации и так далее, там, ну, вот такого. Посигнали, бибик не туда же. Такого я еще не припомню. Молодец, креативно. Поднял настроение перед обедом. Ну, что? Там, главное, не пролететь. Не-не-не, ты что тут? Я уже ж вижу хозяйку, он уже мясо махает. Аккуратнее, за пятерочку я буду останавливаться. Это мы до пятерочки. Ну я понял, понял уже. Игорь, это не мы. А вот тут, да? Надо так, чтобы две машины поместились. Вот же. Да, да, вот тебя. Все, все, Игорь, мы заходим. Давай я за кафешкой, а ты перед кафешкой становись. Хотя, в принципе, давай мы вдвоем застанем. Только пойдем мы не в успех. Ох, приятного нам аппетита. Спасибо. Красавчик. Только надо сейчас, знаешь, что сделать пока? Чего? Зеркала протереть. Пока они сухие. Потом мы про них забудем. Пока они сухие. Отработал.
несколько удручающий. Вокруг. Вставай рядом, рядом вставай, Игорь. Игорь, рядом вставай. Че, у него рация не приехала? А, у меня рация выключена, ё-моё. Игорь, рядом вставай. Все, поручкались, попрощались, поехали. Игорь поедет по пятерке, ему в Коломне заправляться. А мы уйдем на Михайлов по своей дороге. Что ты там машешь? Заводи давай. Давай, счастливо. Пока-пока, удачи. Давай. Ровных дорог. И без аварийности. Вот видите, 12 тысяч. А воровайка уже прилетела в прикол. Я все отработал. За руль уже больше не сажусь. Вон, водитель там у меня уже есть. Шеф, до Чехова два счетчика. Что ты там? Прикиньте, сел, только пришел в машину, ящик сломал. Вон, сломал. Чинит, чинит. Я болтик один нашел. Ну, ищи второй, там же, наверное, где подожди, один. Подожди, я его нашел в ящике здесь. Обалдеть, а как он туда попал? Откуда я же ездил? Сейчас надо второй найти. Пойдем ящик чинить. С ума сойти. Не успел сесть, уже поломал машину. Давай, смотри. Педаль газа крайне справа. О, видите? Забыл, что надо как, уже как ездить. Ё-мо, ты прям стриптиз устроил. Раздевание. Да. Плюс 11 за бортом. 12. 12? Стриптиз. Нет, сегодня было плюс 1. Стриптиз для нищего. Да. Что, думаешь, стоит поехать? Ну, я не знаю, ну, педаль тормоза левее педали газа. Блин, учиться заново. Так, что у нас тут? Руль вон там переключается, передача. Да? Кстати, вот у него, у Игоря, ну. у него вот это есть? Я знаю. Видел, да? Да. И еще верняк, ну, положение. У него машина этого года, 21-го, у нас-то 18-го. А мы эти, да? Мы уже все, давно не эксклюзив. Что, мы поехали? Точно нет, смотрите. Рязань брал, Астрахань брал. Поехали Рязань брать. Главное, чтобы там знаков не висело. Где? На Михайлов? На Михайлов. Этих временных. Может, не должно быть, по идее. Если будут, придется тоже через Коломну ехать. Поедем Игоря догонять. Таксист улетел. Тут осторожно, тут гайцы стоят. Ого! Ух ты! Человека сбили. Человека сбили, ё-моё. Да-да, человека сбили. Рязани. Перед мостом на перекрестке. Там девчонка, по-моему. Ну, женщина была. Женщина. Судя по тому, печально.
что скорая уже не это самое тут, наверное, там. Уже их помощь не нужна. Наверное, да. Ну и чё? Знаки будут, не будут? Знаки не пошли. А? Фуры пошли. Ты еще ни о чем не говори. Да. Нет, уже встояли бы. А, ну все, здесь ограничений нет, нормально, значит. Валим на наш Михайлов. И там вот что-то желтенькое стоит. Нет, это дорожники просят. Не сорить? Не сорить. Не курить? Не курить, не сорить. Рязань, какого года выпуска? Старый город. Ого, 1095-го. Нифига себе. Старинный город, старинный. 1000 лет, ёлки-палки. Ну да. Почти. Тысячелетия мы не отпразднуем. Но не судьба. Сразу видно, да? Кто работает, собирается. А кто домой? Это, говорит, твой ужин, тебе, говорит, хватит. Тебе, видите, сколько набрал? Целый пакет шамнёк. Хватит, говорит. Мне еще сутки бичевать надо. Где, говорит, все, тебя хватит. Обалдеть. Ну, на том спасибо. Что делать? Вон, самая вкусная шаурма. Не пойдем кушать, не? Нет. Шаурма не кормит. Не... Ё-моё. За руль не пускает. За руль не пускает? Не-не, всё. Сейчас сядем. Спасибо. У вас, говорит, туз отклеился. Спасибо. Людям жалуешься. Я прям сейчас тебя посажу. Всё. Я? Все. Че, вот мы в Чехове, да? Почти. Там вон те светятся наши склады. Я так понимаю, что это да. Ну и хорошо. 10 прибыли. Самое главное, интересно, как там с заездом. 25. Так что это тут еще что эти, как они, лентовские, это не факт, это просто что она что тут еще запускают, не запускают, есть тут, есть нету. Типа вот так стоит. Не знаю. А где въезд дальше? Въезд вон. Ну, поехали туда. Что скажут? Чем вот так стоять, как народ стоять, так. Лучше на стоянку ехать. Заезжай. Нам сюда. А, вон еще только аж, ну, въезд где. Стоянка, видишь, запрещена, знаки стоят. То есть тут никого нет. Через 200 метров готовьтесь к правому повороту. Через 350. Ну, ты идешь, скажешь, строение 9. Вот, смотри, вот он сказал этот. Ну, что сказал? Что тут нарисовано? Это я знаю, что там нарисовано. Да. Корпус номер 2. Корпус 4, корпус 8. Корпус 9, самый конец. Да. Самый конец, заезжаем. Куда-то туда. Куда-то туда. Может, тут все
сюда вот можно стать. Чего? Вот стоянка какая-то. Типа, наверное, может, платная какая-то или... Ну, платная, значит, будем стоять. Вообще, вот, стал бы стой. Ну, хотя здесь... отсюда, наверное, выгонят. Здесь, сейчас у охраны спросим. Давай. Спрашивай. А так, если что, вот прямо к ним сюда на стоянку, да и все. Пойду я спрошу. Пойди спроси. Есть там? Не знаю. Вон он, наверное, идет. Наверное, идет. Все равно пойди спрошу. Ну, все равно пойди спроси, конечно. Да. Короче, сутки 300 рублей. Вот здесь. И что? Вот. Там вроде есть парковка, но фиг его знает, короче. Там фиг поймет. Так, а... Ну, заезжай сюда, чё? Сюда встанем, да? И ну, всё, конечно. Не будем заманывать. Конечно. Тут и вон туалет есть. Ну, все, конечно, чё ты. Триста рублей, так 300. Ты все равно туда на ту на 108 на 100, меньше, чем за 250 ты не станешь. Не станешь. Ну. Поэтому здесь нормально, асфальт все чинно. Ну. Там, говорит, можно, говорит, встать. Там, говорит, есть парковка для фур. Ну, говорит, там это. Симферополька прям рядом, короче. Ну, шум машины, все такое нафиг прям. А здесь. Что, здесь тихо, мирно. А завтра утром уже и разберемся, что куда. Ну да. Будем дозваниваться до этого, товарищ. Конечно. На следующем повороте поверните направо. Там типа возле этого строения? Да, да, да. Ну у них типа есть там своя парковка какая-то, фиг поймешь. Но я так смотрю, что-то не особо-то эти. Может быть там где-то и стоят, ну. Да ладно, все заморачиваться. Здесь оплата при выезде. Что оплата? При выезде? Оплата при выезде. А, ну и все. При выезде, так при выезде. Будешь выезжать, заплатишь. Так, рацию нафиг. Все. Рацию нафиг. Только надо встать, чтобы мы... Получается, у нас уклон туда. Значит, жопу вот сюда загоняй. С этим ДАФа можно, или с этим вот паровоз. Да, рядом с паровозом. А он не дудит, не рев? Нет. Не, ну все, рядом с паровозом этим паркуйся. Посмотрим, не разучился задом ездить? Да не, вроде. Ну и отсюда нормально. И мне будет добираться. Еще, правда, не решили как и не решили до чего. Но будет нормально. Хорош! Слушай, Шарман! А, здорово, здорово, да. Ну вот и все. Все правильно. А завтра по дню будем разбираться со всеми остальными вопросами.